СБ начала проверку информации о возможных терактах в Москве. Российскую спецслужбу заинтересовала социальная сеть ВКонтакте. Один из ее пользователей поместил сообщение. В нем автор призвал своих друзей 12 мая и 12 июня не ездить через станции метро Комсомольская и Баррикадная. Этот призыв пользователь сопроводил словами, цитирую: «Я не хочу вас потерять, будьте бдительны. Не спрашивайте, откуда у меня такая информация, но будьте осторожны, это будет теракт».